баскетбол, хоккей, футбол, спортивная и художественная гимнастика, бокс, конное поло. Этот список можно продолжать до бесконечности, ведь Химки – спортивная столица Подмосковья. Краснодар – центр притяжения сильнейших тренеров и спортсменов страны. Среди них – олимпийский чемпион. Второй – Артур Ахмакузин. Здесь я и сам тренируюсь, и помогаю младшему возрасту, младшим ребятам, помогаю в тренировочном процессе, подсказываю. Есть уникальная такая возможность тренироваться вместе с лучшими спортсменами в нашем виде спорта. Тяжелая фраза, но насколько легко. Его труды были вознаграждены на Олимпийских играх 2016 года. Включение наставления там по дороге. Много компьютеров, как на него смотрят. Я вам просто скажу, что на этот бой Артур вышел при счете 30-35, и мы закончили 40-38. Конечно, это радость большая, и это мечта всей спортивной карьеры — стать олимпийским чемпионом. Я очень рад, что в моей спортивной карьере это случилось. Я стал олимпийским чемпионом вместе с командой. Прошло уже 2 года, конечно, но когда удается посмотреть в каких-то моментах кадры тех событий, всегда мурашки по коже, и нахлынывают воспоминания 2-летней давности и приятные воспоминания, конечно. Сейчас Артур одновременно и тренируется, и передает свой опыт подрастающему поколению. Спортсмен живет и работает в Химках уже на протяжении 15 лет. Решающий фактор – развитый спорта в регионе. Именно в Химках есть центр фехтования, отвечающий всем мировым стандартам. Я всех приглашаю, добро пожаловать, мы всем рады, всем возрастам. Надеемся, что это будет очень популярное место среди жителей нашего города Химки. Попробовать действительно стоит. Фехтование – старейший вид спорта, который берет свои истоки еще в Древнем Риме. А во времена мушкетеров фехтование стало благородным видом спорта. Теперь почувствовать себя бессмертным может каждый химчанин. Нужно лишь желание, остальному научат.